Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Морозова, и вы со мной на моем канале ЭКЛПХ Томская. Сегодня вновь приветствую вас из соснового леса. Сейчас раннее утро. Не собиралась я сегодня вообще видео снимать. Устала я после вчерашнего, позавчерашнего и позапозавчерашнего, когда я собирала лисички, перерабатывала их. Ну, вот это я просто не могу не снять. Ну, просто не имею права. Посмотрите. Раз. Тихо. Стася, сшибёшь грибы. Он уже сшибл. Ну, иди. Смотри, что. Такой красивый гриб был. Взяла, отломила шляпу ему. Сшибла. И этот сшибла. Посмотрите, какой красавчик. Так, ладно. Тихо, уйди, мужинусик. То ее нету, нету, то он прибежал. Еще. Еще. Отвали. Так, еще. И этот сшибу, коза. Ну вот. Так, вот еще один. Вот еще один. И вот еще один. Это сколько всего-то в одном месте? Я шла, ничего не было. Почти. Вон, всего ничего. Ну, это я только сейчас приехала. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, нормально. Я вот так люблю. У меня, конечно, были и рекорды и побольше, но не в этом же году. Стася, вечно тебя вот, как только я присяду за грибом, так сразу эта морда прискакивает. Смотрите, вот это вот семена репешка. Сейчас мы его тут посадим. Вот они какие. Это еще из того лиственного леса, где мы это лисички собирали. Все, отвали. Мне надо гриб вытаскивать. Ух, какой хорошенький. Прелесть. Давайте покажу вам этих красавчиков. Куда ж без них-то? Это вот, когда появляются мухоморы, это верный признак, что... Чем пахнет? Чем пахнет? Верный признак того, что белые тоже будут. Вон он. Ха! Смотрите. Картина маслом. Вот мухомор. А вот белый. Канава. И вот он в этой канаве растет. Так. Ой, какой же ты весь в песке-то. Ну ничего. Хороший. Сейчас обрежем. Ну вот такой. Стаська. Вот смотри. Вот смотри. Вот. 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 Нюхай. Вот гриб. Вот гриб. Ну ищи такие вот. И говори, гав-гав. Стась, вот смотри, иди сюда, иди сюда. Стася, смотри. Скажи. Вот. Ну, сложно, что ли? Я буду знать, что тут гриб растет. Вот такая красотюля. Красотуля. Тверденький такой. Красивый, тяжеленький. Вот такие грибы я люблю. Я приехала сюда ни сил, ни вообще ничего. Ни настроения.
А потихоньку-потихоньку и силы прибавляются, и настроение улучшается, улучшается, улучшается потихоньку. Народу много, конечно, но не настолько, чтобы уж очень. Не так, чтобы из-под носа кто-то что-то вырывал. Я вот такое не люблю. А кому хорошо? Валяйся себе, да валяйся. Вот она так бегает, бегает, ляжет. Я потом вокруг нее хожу, хожу. Ольга со мной сегодня не поехала. У меня работы очень много. У меня тоже много работы. Но когда идут грибы белые, ну вообще любые грибы, это святое дело. Я и для себя собираю, и на продажу собираю. И вот, ну как, если много набираю, то я продаю сырыми. А если очень много набираю, то тогда сушу. Сушу и тоже продаю. Я и по почте посылала уже. Вон он. Притаился. Вот эта маленькая сосёночка. И он под ней. Красавчик, я тебя нашла. Вылазь. О, какой. Так, какая-то тут насекомая. Так. Маховички тут такие маленькие, хорошенькие есть. В прошлом году я была в таком лесу. Ну, далеко очень ездила. Там ни маховики, ни подосиновики, ни маслята не собирают. Вот смотрите, лиственный белый гриб вырос. Вот в таком вот сосняке. Ну, здесь какая-то ложбинка такая. Не знаю, почему, откуда он тут взялся. Ну, может, когда-то давно тут что-то лиственное росло. Вот грибница столько лет. Уже деревьев тех нет. А грибы вот еще есть. Наверное, я сейчас пойду туда, где их много. Папа ищу. Ну, их и тут вон. Я смотрю. Вот еще один. Какая нога. Вот, так вот, я в прошлом году ездила в такой лес, где много грибов. Не знаю, поеду ли я в этом году, но очень мне бы хотелось. Там, ну, у меня на канале есть видео, как мы там собирали. Там было, конечно, их навалом. Ну, там еще и шишки есть. Но чтобы до туда доехать, надо кучу денег на бензин и кучу денег на ремонт. Машину надо подготовить. А мне сейчас надо тогда, если я хочу туда поехать, хотя бы в сентябре, да? Или вот в августе даже. Сейчас надо заработать много денег. Вот для этого мне нужны эти грибы, чтобы я их могла тут продать, сделать машину и бензин купить и все такое. Вот если я это все сделаю, то поеду. А если не сделаю, то не поеду. Лучше бы, конечно, поехать. У меня там дочка живет. Я соскучилась за ней. О, присела. Смотрю, а он там, он еще один растет. Так. Пойдем. И еще один тут же рядышком.
Ну, ребята, вы меня просто радуете. Ладно, я начинаю просыпаться. Я очень мало спала, я обрабатывала лисички до потери сил последних вчера. Так, вон там еще маховик, сейчас я его приду заберу. Ну, вполне неплохие грибочки, такие тверденькие, упругенькие, хорошенькие. Ничего, что они не боровые. Абсолютно ничего. Так. Смотрите вместе со мной. Может, вы найдете. Бывает так, что люди видят, говорят, вот на такой-то там минуте был такой-то, такой-то гриб. Кто-то что-то рыл. Вот интересно, что они тут хотели сделать? То ли колодец, то ли что, то ли костер. Ну ты молодец, ну ты красавчик, ну ты вон какой большой. Так. О, маленькая желтенькая. А сейчас посмотрим. Ну, чистенький. Хороший грибочек. Вообще отличный. Стася, Стася. Вот чё мимо прошла? Такой хорошенький грибочек. Ну, хоть не наступило, и то спасибо. Вот смотрите, как они маскируются. Вы что-нибудь видите? Вот я уже наклонилась. Вот он. Вот он, красавчик. Здрасте. Привет. Это соседи наши. А вы видели вон тот вон подосиновик? Нет, мы уже сорвали его. Видите, как он твой? Вон он сидит. Не сорвали. Ты там это, осторожен, там. А вон там еще нашли. Ну, видишь, под корешкой. Так сидит. Значит, их вытаскивать надо. Да? Пол ноги там оставила. Ничего. Идем, какой мухомор, его вот заснять надо. Ну, пойдем. Ну, действительно, красавчик. Ну. Сейчас мы его оттуда вытащим. Смотри, сначала ветки надо убрать, а то сейчас почил. А, испортил. Ну, ничего страшного, он же все равно резаться будет. Ну, да. Вот так вот, в сторону, видишь, какой? Мухомор. Что, вы пьете или? Будем пить, да. Ну, их сушат, а по маленькому кусочку, ну, говорят. Ну и надо совсем, ну, по-другому немножко. Глюковать-то мы их не хотим глюковать-то. Вот смотри, тоже нашли много. Молодцы. Даже один инскрупшен. Втроем, что ли? А. Почему? Потому что он еле три грибочка. Ну, молодцы. Какой с меня грибник? Чего ты говоришь? У соседа у твоего был. Твой сосед до 2 часов ночи был. Какой с меня грибник? А, ну понятно. Давай. К нашему шалашу. Так, тогда... Чего тогда?
А у меня там тоже есть помидорки. Сейчас огурчик. Ой, еще один сосед идет. Не говори. С полным ведром. Наскакал уже. Ты пешком, что ли? Обалдевший. Ну, можно не ходить уже, все нафиг. Это мой. Нет, а, ну тогда можно идти. Да не, мы так походили. Ты-то уже полюбите, друзья. Ну, молодец. Маленько передохнули и зашли по второму кругу. Вон гриб стоит. Издалека его увидела. Он на высокой ноге. И далеко его видать. Вот он. А вот рядом с ним еще один. Маленький. Хорошенький. Так. Наберем, Стаська, мы сегодня с тобой. Ну, у меня уже сейчас уже гораздо больше, чем мы в прошлый раз вдвоем с Ольгой собирали. То есть уже получается, сейчас уже гриб пошел. Вот надо ездить, не лениться и собирать. Я не собиралась на эту сторону идти. А этот сосед, который встретился, у которого полное ведро было, ну, он говорит, что вот тут вот ходил, вот здесь вот, и ничего не нашел. Но рассказал, куда он ходил и где нашел. Ну, я так думаю, если он здесь ничего не нашел, да, то там, где он нашел, я тоже чего-нибудь найду. Вот у меня примета такая. Как пойду, не возьму с собой ни корзинку, ни ведро, ничего. У меня полным-полно попадается. Ну, машина-то рядом, конечно. Ну вот, сейчас я тебя заберу, красотулечка. Вот опять сейчас дизов наловлю за то, что... Не срезаю, а выкручиваю. Вон, посмотрите, вон она, грибница. Ничего и не сделалось. Все нормально. Грибница не повреждается. Она громадная на весь лес. Ну, вот думаете как? Вот когда грибы перерастают, и гриб начинает гнить сверху. Это не вредно грибнице? И это не вредно, потому что сплошь и рядом это везде есть. Можно и выкручивать, и срезать, и все что угодно можно делать с ними. Ничего им не сделается от этого. Ну вот иду, складывать мне их некуда, складываю в кенгуриный карман. Ну то есть вот завернула полу этого куртки. Вон еще один. Сейчас мы его достанем. Ой, так, так, хороший, ой, хороший, он какой, красотуля. Так, закопаем все. Вон машина стоит, сейчас курку поднимусь чуть-чуть и разгружусь. Больше без корзинки не пойду. А, у меня в кармане пакетик есть. Что-то я про него-то забыла. Хожу в кенгуриный карман, складываю, как дурочка. А я пакетик нашла в лесу. Хорошенький такой. Видимо, у кого-то из кармана выпал. Ну, а мне пригодится. Вы думаете, это санитарная порубка? Это браконьерство настоящее. Я не знаю, но говорят, что это лесники делали. Но здесь нормальные сосны были, не больные, ничего. Нафига было их вырубать?
Вот здесь вот, между прочим, хорошие такие боровики росли, шикарные. Сейчас. А сейчас нету. Вообще, даже намека. Зла не хватает прямо вообще. Лес не узнаю я из-за этого всего. И вон, побросали. Это они костер делали. Посмотрите, где. Вот он костер. Вот оно горело. А вот это вот сосны. Вот так разве можно делать? Ну, вот эти вот коротенькие, конечно, я вот. Вон машина моя. Я подъеду, загружу, заберу. У меня пилы нет, у меня пилу украли. В прошлом году также за грибами ездила. Дрова пилил попутно. И украли, пока машина стояла одна. Мы со Стаськой ходили, грибы собирали. А воры пришли и сломали мне окошко. Залезли и украли. Поэтому я сейчас так. Ой, гнилой. Собираю то, что могу. Ну, не знаю, может быть, в кредит залезу, возьму пилу все равно. Потому что рябины много нынче. А примета такая, что когда рябины много, то морозная зима будет. Да у нас они все морозные. Сибирь, матушка, все-таки. Ладно, пойду я вон туда. А, хотите вон? К муравейнику подойдем опять. Вот этот муравейник в этом году я вам не показывала. Но я отсюда вижу, что он тоже со смолой. Вон она. Видите, беленькая? Вот. Смола сосновая. Это хозяин сидит. Вот, смола сосновая и хозяин. Не буду я забирать твою смолу. Вот это вот о чем говорит. Умные ребята. Вот, говорят, работает как муравей про тружеников. А почему муравьи могут больше себя поднимать? Задумались бы. Почему муравьи такие трудоспособные, такие сложные дома делают, такие вот вообще умницы? Потому что они действительно умницы. Вот зачем-то они смолу натаскали полным-полно. Я когда смолу ем, у меня тоже работоспособность повышается. И иммунитет. Даже если вот чуть-чуть где-то простыло, там горло запершило, кусочек маленький-маленький. Сейчас покажу, какой кусочек надо съесть смолы. У них таких нет, у них все крупные. Ну вот. Вот. Со спичечную головку буквально. Брысь отсюда. На, вот это твое, все, забирай, все. Не надо мне. Вот, со спичечную головку смолы сосновой, еловой, кедровой, пихтовой или там кипарисовой, туевой, любые хвойники, какие на свете есть. Любую смолу берете, едите. И будет вам хорошо. Не простуд, никаких, ни кишечных, никаких инфекций вообще. Это настолько полезно для иммунитета. Так, ну ладно, все, я пошла грибы собирать. Вот смотрите, друзья. Вот здесь был муравейник. Раньше. А сейчас тут лазит, ну, единицы совсем муравьев. Какие-то. Короче, население этого муравейника вымирает, похоже. Я это связываю вот с этой вот рубкой. Других причин я не вижу здесь. Их в прошлом году тут кишмя кишило. А вот этой зимой
рубили, ну, пилили, тут выпиливали полосу. Я вообще лес не узнаю, и вообще я в ярости. То, что творится нынче с лесами. Меня это не просто бесит, меня это вообще из себя выводит. Так, а это кто-то раздавил. Шняпка. Сейчас ножку вытащу. Фу. Это не я. Тоже не свеженький. А вот, который я нашла рядом. Это его, похоже, или вчера, или рано утром потемну раздавили. И рядом леса тоже раздавленные. Так. Ну ладно. Ну пройдусь вот так вот вдоль. Раньше вот где вот эта вот полоса как раз грибы росли. Там, ну, там я, правда, сейчас видела ноги. Ну как это, срезы. То есть они и сейчас, ну только они из-за того, что солнце там, ну как бы светло, они раньше выскочили, и сейчас они уже все уже отошли. Там старый какой-то был, такой переросший. Ну и там, естественно, сухо. Вот здесь вот сыро, вот здесь сыро, а вот там вот сухо. Можете себе представить? Вот кого тут? О, расстояние. О. Вот тут вот. Видите, сыро. А вот там сухо. Моха. Моховичок. Мы не гордые, мы моховики берем. О, еще один красавчик. Так. Фу. Ой. Он хорошо тут сидит. Фу. Комарьё лезет. В глаза прям. Так, сыроежка. Сыроежку я не буду брать. Так. Как думаете, вот для чего это делается вообще? Что это значит? Вот это же вот это вот. Пожароопасно. Какой-нибудь идиот окурок бросит и все. И заполыхает. Разве можно так делать? Ну, если вы лесники, да? Если это какая-то просека. Ну, а это, судя по всему, просека какая-то. Ну, даже я не знаю, то ли они пьяные были, то ли что. Она не похожа на просеку. Вот просто полоса, но она загогулистая какая-то. Просеки же ровненькие. А, ну, вот, ну, я вижу свою машину, конечно, там вдалеке. Ну, вот тут вот загогулина. И для чего это делается? Если это противопожарное, как бы, мероприятие, то это наоборот. Это наоборот к пожару приводящее мероприятие. Вот, вот такой вот мох. Вот такой вот мох, да, вот если бы он был, вот, без, он сырой. Попробуй его зажги. Окурок даже бросишь, если, вот он будет там вокруг тлеть маленько, но не загорится, не разгорится, ничего. А вот если здесь окурок бросить, сразу же заполыхает. Ну и что это такое? Просто люди вывозили нормальный, хороший строевой лес для чего-то, продавали. О, я гриб вижу. Так, продавали. Или как-то, или для чего. Я не знаю, для чего это все делалось. Но это свинство, ребята. Как хотите. Вот такие вот грибы тут росли. Ну и боровые тоже. И простые белые такие вот красавчики. Это только кажется, что лес большой. И что его надолго хватит. Не хватит. И небольшой он.
Вообще, и планета у нас маленькая. Ну и ведь дело в том, что они же на этом не остановятся. Они же закупили технику. Им же надо ее как бы оправдать, закупку эту, на несколько раз. Им экономически нерентабельно останавливаться. Это только если, ну, как-то власть в стране изменится, и их пересажают, вот этих вот захватчиков, предателей, тогда, может быть, как-то что-то и наладится. Но они эти что вытворяют? Причем здесь точно не китайцы работали, здесь наши работали. А продают лес китайцам. Китайцы подняли цены, ну и наши стараются, выпиливают, вывозят всякими правдами и неправдами. Я вот думаю, сейчас пойти ведерко взять, что ли, черники пособирать. Черника такая хорошая, крепенькая еще. Я там у нас смотрела, она это уже поклеванная какими-то птичками. Ну, ближе к населенному пункту дроздов много, в лесу-то их нету. Вот сейчас я ее просто ем, а у меня ведерко есть для нее. Я могу ее пособирать. Ну, ее тут, ну, можно пособирать, в принципе. И время позволяет пока. Ну, я сейчас место примечу. И пока еще за грибами схожу, а потом у меня машина тут недалеко. Возьму ведерко, пособираю чернику. Опять я корзинку вон там поставила. Ну и вон они. Ну это маховики, конечно. Ну я их соберу сейчас. Вот он стоит, здоровенный, но я думаю, он гнилой. А вокруг него черника растет. Крупнющая, сладкая. Фу. Обалденная. Смотрите, какая крупная. О. О. Мне интересная форма такая. Смотрите, она продолговатая. Ну, это сорт такой, видимо, тут. Тут есть и кругленькая. Смотрите, какой грязный кустик. Вот здесь он крупненькая какая. Ну, это я прям сейчас съем, конечно. Ну, мне так неохота отсюда уходить. Хоть бери, чернику собирай. Ну-ка, сейчас я его пощупаю. Не, гнило, все. Дождь пошел, ребят, дождь пошел. Выгоняет меня отсюда. А я не выгонюсь. Я не сахарный, не растаю. Если что, машина рядом. Если сильный дождь пойдет, то я в машину пойду. Пересижу. У меня есть и резиновые сапоги, и штаны запасные, и кожаные сапоги есть, рабочие специальные. Короче, ну, жалко, одеяла нет. Но есть постельное белье, есть подушка, есть все, есть. Ну, это у меня дежурный набор. Вон черника. Вон у меня сколько тут.
Ну, по-моему, я дурой буду, если я ее не буду собирать сейчас. Ну, точно буду. Сейчас приду сюда с ведерком. Я видела у нас в интернете, ну, как бы наткнулась. В общем, есть у нас такой Молчановский район. Там кто-то спилил 39 сосен 80-летних. 80-90 лет примерно соснам было. Сейчас завели уголовное дело. Расследуют там, кто это сделал. Как думаете, сколько лет было вот этой сосне? Вот этой сосне сколько лет было? Я вам сразу скажу, не меньше. Вон пень, и причем хорошие такие пни, серьезные. Так, кстати, вот этот маховик. Сейчас я его срежу. То есть вот кому-то можно и ничего, а против кого-то заводится уголовное дело. Вот до каких пор вот это вот все будет, интересно. И я вам более того скажу. Вот если я сейчас вот найду сосну стоящую, но мертвую, начну пилить, и меня кто-нибудь за этим занятием застукает, ну, какая-то власть, да, меня так оштрафуют, что мало мне не покажется. Видимо, у нас грибы пошли много где, в разных лесах. Вот грибников поэтому-то и так уж много и нету, только соседи мои. Чужих я мало видела сегодня. Все по разным лесам разъехались. А вот в такое время даже у меня такой раздрай в голове. Я не знаю, куда мне, куда рвануть. И туда хочется, и туда хочется, и туда хочется. Ну, в итоге я выбрала то, докуда меньше всего километров. По соображениям таким, что машина еле дышит у меня. Если вдруг сломается, то чтобы близко было идти до дома. Вот такие вот дела, ребят. Вот тут вот кто-то порезвился. Раз, срез, два, три, четыре. Четыре среза. Так. А я что-то ничего найти не могу тут. Наверное, профессионал был. Может, это как раз мой сосед тут и был? Ну, я сейчас пройду маленько. Он говорит, я дошел до... Ну, маленько ведро набрал и обратно пошел. Ему ведро, много, ну, как бы, хватит. У его жены сегодня день рождения. Ему надо как можно раньше вернуться. Ну, вот сейчас я пойду по его следам, получается. И, возможно, дойду до туда, докуда он не дошел. Так, вот этого красавчика он не нашел. О, хороший, хорошая нога. Ребята, вы слышите этот звук? О, какой хороший. О, какой хороший. Красотуля. Брусника уже созревает. Только в этом году ее мало что-то. Вот так и лазю. В гору с горы, в гору с горы, в гору с горы. Мышцы уже забила еще в прошлый раз забила, когда за лисичками ходила. А сейчас еще больше. У меня марш-бросок большой. Этот лес огромный. Ты кто?
О, ха! Просто так наклонилась проверить. Угу. Спрятался. Под дерево. Ух. Так. Где твои братики? Мне бы тоже так вот найти такую поляну, чтобы в одном месте сразу раз набрать много. Домой поеду. Работаю сегодня в море. Сегодня еще надо борду выписать. Сейчас Ольга начнет звонить мне, тормошить, чтобы я быстрее домой возвращался. Вы грибы-то ищете? Вот я хожу-хожу с вами. Разговариваю, а вы смотрите. Может, найдете что-то. Так. Комар. Кровью напился. Что-то у меня телефон не резко показывает. Так, вот сегодня он здесь был. Свежие срезы валяются. Не все сосед нашел. Вот этот рыжик. Видите какой? А вот это два белых. Вот канавка. Вон там он еще, я вижу, маховиков несколько штук растет. Мухомор там дальше растет. Сейчас пойду по ней, по этой канавке. Может, еще белых найду. Ушла я далеко на свой страх и риск от машины. Запросто могут забраться туда. А у меня там много чего хорошего. Только пилы нет. Ну, аккумулятор. У меня там энергобанк. Драгоценный мой. Ну вот, навигатор я с собой взяла. Дорогущий. А тут вот такая вот природа и тишина. Никого нету. Красота. Как вам, Стаська? Лежит как на перине, на зеленом мху. Ой, Стась, дай-ка я к тебе присоединюсь. Как же тут мягенько. Хорошо. Ну и тут тоже репешок посадим. Опа. Пусть растет. Полезное растение. Он печень восстанавливает в самых тяжелых случаях вообще. Пусть растет. Будем его везде. Где мы будем, везде будем садить. Да, Стась? Я тут ходила, бродила. На рыжики наткнулась. Сейчас вот собираю их. Корзинка моя стоит. Буду показывать вам, как рыжики садить. Ну, у меня сейчас уже столько видеоматериала по грибам набралось. Я не знаю, но что-то плохо стали смотреть зрители. Я даже не знаю, ну, может, на огородах люди, да некогда. Может, на курортах. Может, еще что-то. Я сейчас шла-шла и вышла на то место, откуда уже давно уехала. Вот так. Это так кажется только, что вот я пришла на одну полянку и на одной полянке собираю грибы. На самом деле... Нет, на самом деле мне приходится очень большие расстояния проходить от гриба до гриба. Тут хорошо, что вот попадаются маховики, лисички. Не так скучно. Ну вот, сейчас мне еще топать до машины. Топать и топать получается. Это значит, я повернула направо. Вопреки расхожему мнению, что человек кружит по лесу
налево все время забирая, а я, получается, взяла вправо. Ну, я шла сначала по этой просеке, потом там была канавка, по канавке. Ну и пришла. Вижу, моя грядка любимая, на которой я сегодня с утра уже побывала. Вот так. И сейчас вот обратно топаю. Так, сейчас мне вот эту дорогу надо пересечь. Мы со Стаськой уже есть хотим. Хорошо, что у нас в машине есть кое-что. Сейчас дойдем, перекусим. Накрапывает маленький такой дождик. Ну ничего, нас этим не напугаешь, да, Стась? Вон туда, что ли, сходить? Уже как бы и к машине охота, но и туда охота. Я вот не знаю. Я точно знаю, что там грибы есть. Пойду. Как там окажусь, включусь снова. Все, прошли мы со Стаськой изрядное расстояние. Огромное расстояние. Но все, я уже видела свою машину. Сейчас мы к ней приближаемся. Сейчас мы покушаем и будем на другое место переезжать. Сейчас в одно место зашли, там что-то не было. А сюда вот маленько подошла, так тут хоть попадаться стало. Корзинка у меня уже тяжеленькая встает. Так, Стаська устала уже, как собака. Ну и я тоже. Маленько вон разъяснилось, небо голубое появилось. А то с утра, а он и сейчас гремит. Маленько гром гремит, но где-то далеко гроза. Ветерок легенький. Ветерок. Уже шишки скоро падать начнут. Вот что за... Как сказать-то прилично? Виллы, короче. И грибы сейчас надо собирать, и шишки. И вот попробую сделать выбор. Ой, воздух тут, ребятки, обалденный. Пришли мы со Стаськой к машине. Вот это у меня тут толчонка и рыбка. Консервы я делала. Помните, зимой делала? Сейчас она у меня тут немножко уже распалась. Ну, там баночка есть, конечно. Толчонку с собой взяла из дома. И две помидорки, и вот эту консерву. И мне хватит. А Стаське взяла суп собачий. Ну, она уже съела. 700-граммовую баночку съела. Телефон у меня заряжается при помощи вот такого энергобанка. Разрядился полностью вообще. Так что я сейчас пока буду кушать. Дождь пошел, мы так вовремя пришли. Вообще. Ну, пока посижу тут, может, пройдет. Все, друзья, разрядилась у меня батарея. Набрала я вот столько черники. Сейчас вот грибы немножко попадаются. И вот напоследок мне вот такой вот грибочек попался. Красавчик. Это самый крупный у меня за сегодня. Но он пойдет на сушку. Конечно. Если он будет не червивый. Но, судя по ноге, он не будет червивым. Ну ладно, все, ребята, я побежала. У меня, конечно, сердце кровью обливается. И не хочется мне отсюда уходить, потому что я напала на черничник, на такой хороший, крупный. Но надо бежать, потому что позвонили, надо ехать за кормами, надо выписывать другие корма. Ну и, в общем, все.
Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем всего доброго. Продолжение следует. Ну вот, друзья, дошла я до машины. Почти полная корзинка у меня получилась грибов белых отдельно. Она это полтора ведерная корзина. Вот немножко тут засолочных. Ну, а здесь маховики с лисичками в перемешку. Ну, еще два пакетика мухоморов. Ну, это для других целей.